Ребята, конечно. А, не, нормально. Соберите, еще раз 5 хотя бы надо победить. Мало победок сегодня. Ну, я не знаю, мы нормально играли сейчас. Просто такой чувак слышал, нас разъебал с УЗИшки двоих. Чип. Не, хз с УЗИшки, меня с калаша там, с самбара разъебали в спину. Просто вроде кто-то стоял за ворот, чекал там. Мать? Блин, Гажирок, скажи... Кто сейчас по специальности чекнул? Работает, кроме технических специальностей? Они нас чекнули с амбара. Нет, так а внизу вот чувак вышел, с удишки разъебал. Такая. Вышел, ну, за забора стоял, чекал. Эти шкизы по вообще разъепляли, я одного разъебал вообще в дерьмо. Так мы вот, всех переебали. А второй вышел и разъебал меня. Тебя, по-моему, тоже потом. Очень плохо. Пиздец, 24 уже. Блять, столько не живут. 24 года, все на Твиче сидит вот это вот. Игрушки смотрит. Мда. Игорь, будет ли еще кроссаут на стриме? Да. Я не знаю, но не исключено. А что ты, кстати, в соло? Я видел там кекс, что-то за трейдом, с НСом, еще с кем-то там, с Лаской. Но. С Лаской? С Лаской, да, а ты соло. Че это так? Ну, потому что у них есть группы стримеров, которым предлагают это. У них своя группа. Мне предлагали быть в группе с другими людьми, но я не захотел. А с кем тебе предлагали, не секрет? Секрет. Понял. Ну, я подумал, что в соло лучше. Тем более, я же играл не в соло, мы играли вместе. Да! А еще, возможно, скоро расскажу тебе. Вот у тебя как со зрением дела? Со зрением? Да. Ну, блин, так. Такси. Минус один, минус полтора где-то. Я так и думал. Поэтому, возможно, в ближайшее время я тебе расскажу, как хороши линзы Акувью. Так у меня такие же. Ну, тем более. Но я их только в кинчик надеваю. Без, ну, как, без линз. Угу. Без линз и без очков мир, кажется, это... Красивее. Много размыт. Ну, красивее, кажется. Потом ты как бы... С интерзопной сглаживанием там, то есть, да? Ну... Да нет, ты потом просто цепляешь линзы или... И люди кажутся какими-то страшными все. Если бы у меня было хуевое зрение, я бы носил очки, а не линзы, я в рот ебал. Но мне, наоборот, очки не нравятся, хз. Там еще склад летит рядом с флешкой. Облепили. Блять, еще один склад. Блядь, я не хочу, чтобы меня лепили. Блять, Дэн что-то это... После альта бы немножко это... Короче, кнопки не нажимались. Интересно. А вы куда летите? На казармы или на дефолт? Я на доп дефолт надрачу. На доп дефолт? Блядь. Я у меня еда просто тут. Я на дефолт. Блять, еда это... Это сука. Короче, одна пати на хоббитах, одна на казармах. Держу в курсе. На толстом тоже вроде. Эй, толстый.
Найс, нашел оружие. Какого хуя флешку? Ты идешь сегодня бухать, если не среда, блядь? Ну, я в соло, наверное. А может, и не в соло. Ясно. Какая разница, как эта неделя? Тихо. Ага, найс. Что ты здесь сделал вообще? Ну чё, казармы пойдем? Погнали, быстрее, мне надо быстрее. Я лутаю доп дефолт. Хули быстрее, блядь, я не хочу фидить. Да он идет фидить, чтобы похавать, не слушай, блядь, это не дело. О. Пидор раз. Я тебя завалю сейчас нахуй. Давай, ползи, блядь, отсюда. Пидрила. Он не один, наверное, тут. Хуесос. В противоположной казарме, отойди! Ну отойди! Ты застрял во мне! Зачем ты... Так я хотел подняться, блядь. Зачем? Блять, ходи в казарму. Ползу лутать эту. Так веселиться, блять, тут хуево, наверное. Хотя, блять, вот сейчас я зашел, как мне тут было нравится. Так... Ты, блять, застрял во мне, блять. Я виноват, блять, ты сам вошел в меня. Ни слова больше. Капа брайт. Капа брайт. Это чел. Второй броник. Я тут добавил. У меня есть второй броник. Чел решил соло, блядь, сквады поебашить. Поняли, да? Он уж не соло был. У меня Сайга с X8. Если вы понимаете, о чем я. Да. Намек на Ваню. Я ни разу не видел такого. Намек на Ваню, Ванечку, Ванюшу. Не понял. Ребята, это... А, нет, все нормально. Ваня, найс трай. Ваня, Ванечка, Вано. Ваня фидит, как говно. Ваня, Ванючка. Ласково. Что за хуйня? Че? Не было в детстве такого? Не понимаю, о чем ты. Ладно тогда. Доложите обстановку. Я лутаю вторую казарму. Доволен собой. А вы всех выебали? Хз. У меня есть калаш и кряк тут. Так, ну я, пожалуй, беру кряк. О, окей, я девятку пойду лутать. Помните, что на хоббитах были челы? Будьте бдительны. Прикиньте, на меня чел вышел в третьем шлеме, я бах, и все. Еще. Я разъебал его. Блять, ладно, придется выкинуть юмпишку. Это за моей истории? У меня третий армор на моем этаже. Армор. 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 Third armor. Тебя интересует флешка? Это что за хуйня было? Да, я бегу. Что за хуйня было? Армор. Какая хуйня? Ну, хаях только что была. Серьезно? Это, наверное, в ту казарму тот чел пошел, просто. Тихо. Потому что тут он не долутал. Ты где армор-то или что? А, вот. В комнате там. Я вижу у толстого и на этой. На стекляхе. Чел. Да-да-да. Кто хаеху-то кидал вам? Хочешь по ним дать?
пошел отсюда нахуй. Блин, суки, не хотят вылазить больше. Эй, флешка. О, скин компенсатор на R. Оу, I will take it. Come here. My man. Игорь, вот тут через окошко. Где ты улетал? Через окошко, умеешь? А где скинул-то, на улице, что ли? Вот тут. А как это? Как? Ну вот. Научи. Прицелы у кого есть какие-нибудь? Бежишь, на W и пробел C одновременно нажимаешь. Но какое время держать и отпускать, это нужно при этом. Давай-давай, у тебя получится. Вообще, ну недолго надо держать. Нажимаешь и сразу отпускаешь почти. Пизду. Да блин, Игорь, это нужно уметь, это реально топовая тема. Сейчас кину. Где капец? X2 капец. Прицел нужен тебе? Нет. Мне да. Скинул. Эй, флешка. Пс. Пс. Чё хотите, куда what? Идти? What? What? Ну идите первый. Оу! Оу! Thanks, thanks. Thank you. Куда первый? Давайте, идите первый, я не знаю, куда-нибудь. Идите, идите. Вы ждёте хрен смелый у нас. Я на крышу поднимусь, у меня X8. Так вы же видели их, они на толстом и у вот и пяхи там бегают. А вы крышу не лутали, типа? Понял. Видели-то видели? Но где они теперь? Давайте, давайте. Чё, давай ждём типов. Круг-то у нас тут рядом. Ладно, только зерну. Мне кажется, почему-то они уж съебали. Через другую сторону. Хм, съебать. Я это что не съебали уже? И что, валим отсюда? В круг? А есть это? Кар. Чё? Кар. Кар. Я погнал, круг идёт. А, Ваня уже давно уебал, я понял, блядь, как он играет. Ну, возможно, это. Смелый игрок. Broken microphone. Вот это. Mm. Broken хуякин. А Дэн вообще где? Поткнулся. А. Там после альта кнопки не жались, короче, я немножко упал, а там парень сидит, да, конечно. Да, я уже забыл, я уже забыл, извини. Сори. Приятная ситуация. Может, если они уехали, они могли уехать. Чё ты хочешь? Мост чекнуть, думаю.
Там УАЗик на дороге как-то стоит, непонятно. Раз, два, три. Кстати, на самом деле не жмется. Ты походу сидишь иногда, типа нажимаешь войти, а кто-то садится на твое место, и ты сосешь в этот момент. Да. Да. Не, ну я за такими возвращаться не буду, мне как бы это, сори. Вот, кстати, тачка остановилась, лодка. Мы типа их не видим, даже никто не стреляйте и не метьтесь туда, блядь. Мы типа такие, вообще пофиг. А нет лишних прицелов, никого лишних. А теперь можно стрелять? Я не знаю, смотря куда они поедут. Мы типа вообще... Блядь, ну вы так стали, теперь они точно знают, что мы их видим. Да это хуй гага, стример. Блядь. Опа. Гага, блядь. Есть попадание. Есть у кого пейнкиллеры, Игорь? У меня три. Есть у кого пейнкиллеры, Игорь, у меня тоже три. Ну я просто видел, как ты передо мной брал. Так погнали дальше, или еще куда вы хотите? Их, типа, ну дай пейнкиллер. Куда ты хочешь дальше? Ты этих не хочешь убивать или что? Может, примем их все-таки сверху? Давайте примем. Ну, могли бы. Могли бы принять. Спокойно. Применить. Нет мы личного прицела, еще раз прошу никого. Нет. Нет. А ты кто заряжал? Ты? Я. Они могут там залезть где-то? По-моему, могут. Нет, блядь, не могут. Да могут, конечно. Снизу чел ползёт. Снизу, не палитесь. Давай, вы прямо сейчас хотите? Может, побольше их выйдет там? Ну, они сейчас подниматься будут. Он один наверху поднялся один. Сверху. Вы бы сказали, чё, ёбаный ваш рот. Ну, блядь, ты видишь, сейчас снизу вижу. Чупа, снизу можешь дать, Игорь? Флешка. Снизу он выглядывал. Тачка, сзади приехала. Не вижу, где выглядывал. Прям снизу? Нет, не прям снизу. Чего, короче. Бля, ну это, конечно, заебись было. Давайте подождем, и в итоге начали давать по типу, когда он не добежал даже. Ну, в смысле, он начали. Бежал в открытом поле уже первый. Ну и чё? Ну, да. Ну и где? Писать. Открытое поле. Вниз. Убегай снизу. Да, ума разок. Опа. Убил. Сверху дает. По мне. Не, ну, наверное, да, я не понял. Что... Не, по-моему, чуть левее. Ну, чуть левее. Да, погоди. А нет хайях, ни у кого закинуть туда? У меня есть, но это далековато. Вижу его. Побежал! Сразу, побежал, да? Блядь! Побежал сразу! Проблемы какие-то или что? Я понять просто не могу. Надеюсь, мне лут оставите. Конечно. У меня слабо все. Пенкиллеров у меня вообще нет, например. X8 тут ВСС. Снайпер глушак у него. Кряк. Ой, кряка возьму. Не, иди-ка ты нахуй. Да в смысле, блять? Ну все. Все, спасибо. Пошел нахуй. Там X8 был у верхнего, забрали? Да, я забрал, все, забрал, что надо. Молодец. Ну что, я с тебя подниму кряк. А есть эта пенкиллера флешка? Три штуки. Да, мне один бы. А там ничего.
А чё тебе надо? Я просто три бандажа и всё. Нету? Нет, у меня нет жопки на кряк. А магазина нет на калаш какого-нибудь нормального? Увеличенного там? Нет? Ну, у меня на эмке новая висит. Ладно, тогда... Так-то. Аптек, у тебя сколько аптек? Одна. Понял. У нас проблемы. Хьюстон? Хьюстон. А вот если бы ты отдал мне мой кряк, не было бы проблем. Игорь, а у тебя сколько аптек? Я в тебе и не сомневался. Достаточно. Смотри, Смотри. Помнишь это? Мы менялись там? Давай вот так. Смотри, я тебе вот так даю. Ты мне обратно то и еще одну аптеку. Вообще мне это не надо, если честно. Не надо? Я как больше это? Глушить. Хотя ладно, возьму про запас, где он? Ты взял его. Ну так в смысле про запас? Мне тогда нужны это, компенсы. Если а у вас у всех глушители или нет? Ебать, да хуй. Ваня, сколько у тебя аптек? Ноль. Да я тебе скину сейчас. Блин, ну просто... А Ваня типа глушак или что? У меня глушак на снайперку, да. Ну ладно, давай поменяемся тогда. Похуй. Давай, просто чтобы стрелять нормально можно было. На, скинул капец. На калаш одену. Не, калаш глушителем это тупая тема. Ну типа, блин, если на дальних расстояниях. Блин, как снайперка, считай. Вообще густ? Да, прикольно. Ебать, 4 скинул или надо тебе отдать? 2. Я думал, ебать, там Игорь поделился. Да. На починках. Опа. Па. Починки. Когда... Не показалось, блядь. Там куст такой стоял ебаный. Думал, чел стоит пяльца. В стекляхе вроде никого. Тачка по полю едет. Попробуй ебнуть. Блин, такие звуки пиздец. Еще тачка сзади. Сами тачка где-то. Нокнул одного. Черт. Добить обязательно. Не дать до ползки. Все уехали, кинули его. Сдох. Волохи. Они где там остановились-то? Они дальше ехали. Не-не, у правого дома там где-то остановились. С правой стороны, короче. А, вот, вижу. А, у двухэтажного, короче, справа там. С балкончиком, который. По мне дают откуда-то. С кряка. Самбар, возможно. Самбар. Да. Ебать, он мне дал. Надеюсь, доползу. Пожалуйста, кто-нибудь можешь питать выстрел, или я сдохну? Не попал он. Блять, он был в моих руках, этот грек. Пошли мы. Ничего. Блин, там далековато брать так-то надо. Раз, два, три. Ну, примерно как. Чё-то не хочется лазить больше. Чё, попал? Не пристрелялся, но не лазить больше. Ход по кому-то другому стреляет. Вот. По челам, которые из Вадика вылезли, наверное. Погнали.
Что-то мне подсказывает, что здесь могут быть типы где-то рядом. А, из амбаров выбежали. Угу. Вы сколько метров стоите? 400? Я ничего не ставлю, не ставили? Просто выше беру. С X8 по второй примерно надо стрелять. Они где там? Не будет пристрелять. Ну, забежали направо там, за правый амбар, типа. Батя меня жарил там. Прям без прицеливания, просто ебал мне в чан. Едут на вазике. По полю едут. Ай-яй-яй-яй-яй! Ребят, мне помочь будет поднять? Ебать, что там с ним произошло? Можно я поднять? По-моему, меня свои ебанули. Либо с этих домов, либо свои. Не очень. Скорее всего, свои. Чел по полю бежит. Но они должны быть близко, потому что не помню, зажали космос. Дал разок ему. На НВ, в поле прям один. Да, 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 на D40, D40. Флешка, тебя сбоку ебут. Алло. D40, типа. А, вижу, вижу, вижу. Вырубил одного. Я тоже одного. Еще лево, слева там. Вырубил? Хорош, еще где-то один. Бежит, еще сел. Еще, дал ему, дал ему. Еще. Ага. Убили его? Убили, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я пошел поджимать. Потому что, ну, реально, трое лежат, и один чел жив, все. Меня подожди только. Блять, не вижу их. Вижу одного. Или? Один красный, very красный, very красный. Передо мной, на СВ. Very красный. Хорошо, хорошо, хорошо. Бегу. Меня можно поднять? Бегу. Блин, а здесь с горы. На горе никого нет. На НВ. Блять, у кого-нибудь шлем из них есть? Пожалуйста. Блин, мы двоих с кряков ебали, как бы хуй знает. Я двум головы с кряк, как бы, отобрал. Так, чё у них там? Где еще был чел? Есть что-то? А, на НВ два чела было. Вижу. Я заливаюсь, короче, и лутаю, надеюсь, там аптеки есть где-то ещё. О, тут кряк, слышишь, я тоже возьму, наверное. Давай. Ну здесь приколы всякие, энерджи-дринки возьмите. Угу. Блин, того чела в поле не убил, жалко. Два раза бы не дал. Нам в сторону круга надо минута. Слушай, мы спиздили или что-то хуя? Не знаю, я ничего не брал. Так, мы спиздили. Сколько до круга? Минута. Место, блядь. Нормально. Такое. Компенс надо на снайпу кому? Да, мне. Нет, не надо. Не надо. Тачка! Нет. Она катится, там нет. Походу кто-то, блядь, по пути, да, сдохнул. Катится. Да. Типа в домах, значит, перед нами. Угу. Надо походу быстро ехал. Ебать, куски. Не то что. Ну да. Перепередил меня. У нас смешная щутка была. Да Игорь себе не успокоится никак. Го наверх тут. Или не хотим? Ему понравилось, походу. Я просто боюсь, что нас сверху ебут, их что-то зачекать все. Вообще сверху могут уебать. Ну вот я там же. Поэтому хочу зачекать. Вазик тут передо мной. Передо мной челы. Челы передо мной, ребят. На 15 стен. Прям в упоре к нам. Потому что давайте. Нокнул. Еще передо мной. Игорь, нокнул. Отойди, отойди чуть. Я хилюсь. Я хилюсь, отойди чуть. Я в голову сразу словил. Я их кидаю на удачу.
пропал. Не знаю, где еще их тиммейты. Тоже кидаю, на удачу. Он, по-моему, подальше был. Вот, отпустились. Никак. Обмазывается еще энергией. Дринками. Все, дохли все. Нет, я одного убил только. Все, кончились? Теперь все, вроде. Кончились. Блять, снизу ползал, я думал, это живой, блять, пиздец. Чуть не сдох из-за этого. Заливаюсь, короче, снизу по фулу. Заливаюсь по фулу. Броник тут третий каленый, если у кого хуёло с броником. Но остались... Бать тут аптек, ёбаный в рот. Но остались справа с домиков и слева, чего? Блять, у меня 26 хп у этого. У шлема третьего. Ребят, я тут облутываюсь просто в дерьмину. Нет, тебе это уже всё. Не пригодится. Надо кому аптеке? Шлем был у кого-то там пиздатый? Не знаю, не видел. Я пейнкиллер пью. Почему у меня 12 аптек? Слева. Не хотите. Это АВМ. АВМ там. Вижу челов. Тачка, тачка подъехала. Чела вижу. Буду давать сейчас. Он по тачке давал. Станет, буду давать по нему. Даю. Положил чела. Красавчик. Дал ему еще. Скрика. Еще левее где-то был. Идет к нему поднимать. Убить, убить, убить нахуй, поднимай, чел. Окей, этого добил. Угу, хорошо. Затем ждем чел. Круг, круг. Дал по тому челу. Дал ему. Круг, круг, круг. У меня где-то тут чел прям в упоре где-то должен быть. Вань, ты один там. Забит. Так у вас один чел за этим деревом и второй где-то еще чувак. Да-да-да, два чела осталось. Но тот далеке. Как бы. По-моему, слева один был, нет, снайпы бахал. Мне кажется, ты пиздишь, Вань, про чела в миле без обид. Блять, глушитель где-то здесь был. Ну окей. Да не точно, не точно, я не знаю где. Того чел за деревом надо бить? Я даже не знаю, за каким деревом. Ой, его Савик убили. Ави, с Авиком ласт. Го поджимать, го поджимать. Я же сказал, слева был тип. Сейчас все такие по очереди от Авика. Ну, блядь, сейчас в шею три мы все. Давайте реально своего, мы еще не побеждали сегодня. Чтоб не это. Да не, го физить. Мне кажется, он за деревом жаль, где-то на СВ почему-то. Либо в сарае. Можете пострелять? Постреляйте, пожалуйста. Постреляйте. Ясно. Вообще-то просто пострелять. Я тоже очень просто стрелять начал. Не, ну легко было реально. Легко. 5 кильчиков.